Привет! Чтобы сэкономить ваше время, быстро и информативно расскажу вам об одном из самых длинных и крутых презентаций компании Apple. Что же нам показали в этот раз? Погнали! Три версии Apple Watch, AirPods Pro второго поколения, iPhone 14 и 14 Pro, также Pro и Pro Max. Это была крутая и интересная презентация от компании Apple, они умеют удивлять. Итак, обо всем по порядку. Apple Watch Series 8. Дизайн такой же, как и у Series 7. Добавили два датчика температуры, еще часы определяют, если вы попали в аварию. Также есть международный роуминг через eSIM, 4 цвета, алюминий, стальные и версии Hermes. Цены от $400 с GPS и от $500 версии с LTE. Старт продаж 16 сентября. SE. Три цвета. Розовый, черный и золотой. Добавили новые датчики. Еще обновили процессор. Цена от $250. Старт продаж также с 16 сентября. Apple Watch Ultra. Разрабатывались долго с экстремалами. Титановый корпус. Сапфировое стекло. Очень яркий экран. Новая дополнительная кнопка. Цифровая коронка стала еще больше. Два громких динамика, три микрофона, 36 часов заряда, новые циферблаты. GPS теперь стал еще лучше. Вместо стандарта L1, стандарт L1 плюс L5 GPS. Кнопку можно программировать по-разному, в зависимости от ситуации. Улучшили компас. Более точные данные при погружении для дайвингов. Стандарт EN13319. Вот все характеристики. Цена $800. Старт продаж 23 сентября. AirPods Pro второго поколения. Новый процессор H2. Звук стал лучше, четче. Увеличили диапазон частот. А еще можно сфотографировать свое ухо с помощью TrueDepth камеры и сделать персонализированный профиль пространственного аудио. Шумодав в два раза лучше. Добавили насадки XS для маленьких ушей. Обновили режим прозрачности, который приглушает звуки стройки, к примеру, а остальные звуки оставляет. Теперь можно регулировать громкость непосредственно с самих наушников. Автономность до 6 часов. На 33% лучше, чем в предыдущей версии. В чехле теперь есть динамик и чип U1, чтобы его можно было найти. Цена $250, старт продаж с 23 сентября. iPhone 14, то же самое, только вместо мини теперь у нас плюс на 6,7 дюймов. Дизайн прежний, дисплей OLED 1200 нит в пике. 5 цветов, процессор старый A15, но добавили новое графическое ядро. Основную камеру немножко обновили, теперь на 49% больше захватывает цвета. Фотки должны быть яркие. TrueDepth камера. Добавили быструю диафрагму и гибридную систему фокусировки. Впервые в айфонах автофокус во фронтальной камере. Ура! Улучшили видео. Для Америки только eSIM, то есть нет слота под сим-карту. Для остальных стран все по-прежнему. Добавили обнаружение аварий. Еще новая функция. Если вы потерялись, нажимаете кнопку SOS, наводите на спутники и отправляете короткое сообщение. Все, ждите спасателей. Вот все обновления. Цены 800 и $900 соответственно. Старт продаж. iPhone 14 16 сентября, 14 Plus 7 октября. Теперь 14 Pro. 4 цвета, стальной корпус, вместо челки теперь вот такое отверстие, называется динамический островок. Теперь вокруг него выстраиваются различные уведомления. Вверху экрана новая анимация. Поставили телефон на зарядку, например, увидели какой процент заряда. Открыли с помощью Face ID, увидели анимацию. Когда вы переписываетесь в чате, можно не закрывая увидеть другие уведомления. Также можно включить плеер. Экраны со старыми разрешениями, но прибавили яркость. Это 600 нит при HDR и 2000 нит при солнечном освещении. Процессор A16 новый, 4 нанометра, он теперь быстрее. Камеры. Абсолютно новые камеры для iPhone 14 и 14 Pro. 48 мегапикселей. Группировка 4 пикселей в 1. Улучшили ProRAW до 48 мегапикселей. Меньше шумов, больше детализации. Ультраширик теперь в 3 раза лучше захватывает цвет. Макро стало лучше. Переработали вспышку. В 3 раза равномернее и в 2 раза ярче. Улучшили целевик. Все камеры получили значительное улучшение. Видео теперь стало еще лучше. Посмотрим. Ценник. 1000 и $1100 соответственно. Старт продаж 16 сентября. Друзья, это были все ключевые моменты презентации компании Apple. Надеюсь, мы ничего не пропустили. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Не забываем про подписку и лайк. До новых встреч. Пока.